3. Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». Сегодня мы хотим вам показать деревянный паровозик. Называется он «Алфавит». Торговые марки игрушки из дерева. Рекомендуем возраст данной игрушки от 2 лет. Итак, открываем и смотрим. Значит, вот такой вот у нас паровоз. Здесь есть веревочка, то есть его можно возить за собой. Каждый вагончик крепится между собой, то есть они между собой соединяются. Вот, видите, это один вагончик, второй и третий. Соединение у них пластиковое. Вот. Так вот его можно ввести. И если вы заметили, то когда он движется, все вот эти кубики, они вращаются. Вот. Дальше. Значит, вот эти все кубики, они снимаются. Вот. И их можно одевать вот по принципу классической пирамидки. То есть тут есть отверстие. И кубик, который должен быть сверху, сверху отверстия нету, то есть с одной стороны. То есть логически-то понятно, что он только верхний кубик это. На каждом кубике с каждой грани есть, к примеру, здесь буква печатная, большая, маленькая. С другой стороны большая, маленькая, прописная буква. Животное, которое начинается с этой буквы, и еще тоже животное, которое опять же начинается с этой буквы. То есть один кубик, одна буква. Вот. Ну и так дальше. Вот и на примере буквы П. К примеру, вот так вот. Вот. То есть он еще разбирается вот так вот. Вот. И здесь у нас еще две буквы спрятались. Вот такие. Вот эта передняя часть не рассоединяется. Вот колеса тоже они не снимаются. Все детальки деревянные, очень хорошего качества. Окрашены они водными красками. Вот. И вот эти вот кубики, они еще скрыты как лаком такие. То есть нету ни одной ни заусенцы, ничего. То есть ребеночек ваш не поранится. Вот. Кубики очень красочные, яркие. Вот, алфавит, забыла сказать, что здесь русский, не украинский. Вот, играйте, изучайте буквы. Такой паровозик вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Дом игры». Спасибо за внимание, до новых встреч!